Каждая женщина хочет быть красивой, грациозной, изящно двигаться и, как вознаграждение, получать внимание окружающих и мужчин высокого качества. Но далеко не каждая готова работать над этим регулярно в течение всей своей жизни. Это видео предназначено для тех, кто уже регулярно занимается какими-либо видами танца, в частности танцем живота. Как можно разнообразить свою тренировку, постепенно вырабатывая красивую осанку? Позвоночник – гениальная конструкция природы. Позвоночный столб – это спинная твердая ось тела человека, составлена из ряда отдельных коротких суставов, костей, называемых позвонками. Почти по всей длине его заключается канал, содержащий спинной мозг. Сверху позвоночник сочленяется с костями черепа, а снизу с костями таза. У человека он разделяется на шейную часть – 7 позвонков, грудную – 12 позвонков, поясничную – 5 позвонков и крестцовую – 5 сросшихся позвонков, и хвостовую – 4-5 недоразвитых позвонков или в простонародье копчик. Окружающий позвоночник мышцы образуют так называемый мышечный корсет, удерживающий позвоночник в правильном положении. Нормальный позвоночный столб имеет 4 физиологических изгиба. Шейный, обращенный выпуклостью вперед, грудной, выпуклостью назад, поясничный, выпуклостью вперед и крестцово-копчиковый, выпуклостью назад. Изгибы с выпуклостью вперед называются лордозами, а с выпуклостью назад – кифозами. Такая конструкция выдерживает огромные нагрузки, сохраняя гибкость и подвижность на пути к мозгу, в десятки раз смягчая ударные нагрузки, которые испытывают стопы при беге и прыжках. Позвоночник – это основа скелета, которая выполняет в организме человека две важнейшие функции. Первая функция – опорно-двигательная, вторая – защитная. Позвоночник предохраняет спинной мозг от механических повреждений. К нему подходят многочисленные нервные окончания, которые отвечают за работу всех органов в организме человека. Образно говоря, каждый позвонок несет ответственность за работу определенного органа. Если функции позвоночника нарушены, затрудняется проведение нервного импульса к тканям и клеткам в разных участках тела. Со временем именно в этих участках тела будут развиваться различные заболевания. Поэтому в современном мире особое внимание уделяется осанке. Гораздо проще и логичнее предупредить заболевание, чем позже лечить его.